Ну, типа дисклеймер. Я иду, с вами Хубуба. Всем привет, всем здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы поиграем с вами в такую DLC для Portal 2, как Portal Revolution. Недавно, кстати, игрушка вышла. Те самые легендарные головоломки для Портала, от Портала и все вот это. Вот и я поставил русификатор. И давайте, в принципе, не будем мелить и сразу нажимаем новая игра. Ух ты, тут несколько глав есть. Ну, давайте, первый рабочий день. Нам говорят, без паники, все нормально, загрузочка первая. А вы пока напишите, как у вас дела. О, первый рабочий день. Головой дает покрутить. А чё, это не такая камера, как в Portal 2, кстати, была. Смотрите, она отличается. В Portal 2, по-моему, потолок был цельный. Там поуютнее чуть было, чем вот это вот. А куда меня везут? А куда меня? А зачем меня? Перфоратор. Что происходит? Куда? Можно хотя бы встать? Зачем я просто лежу, смотрю? Доброе утро, Сputum. Вы находитесь в состоянии сна уже 72 дня. Центр компьютерного развития Aperture Science поздравляет вас 36-летней годовщиной вашего сна. Офигеть, 36 лет человек проспал. Вы были выбраны в качестве потенциального кандидата в нашу группу реагирования на чрезвычайные ситуации. Пожалуйста, закончите соглашение, представленное на ближайшем мониторе. А... О! Хе-хе. Смотрите, лампочки горят. А мне что-нибудь потрогать, потыркать, попереносить можно, кроме этих лампочек? О, это я! Чтобы быть принятым в команду реагирования на чрезвычайные ситуации, вы будете участвовать в тестировании повышенной сложности, где будут оцениваться навыки решения проблем, атлетизма и реакции на опасные условия. Пожалуйста, нажмите кнопку, чтобы принять условия. А отказаться, я так понял, вообще нельзя, да? Ну давайте, спасибо за волонтерство. Ачивку дали. Дверь открывается через 3, 2, 1. Бля, я в нее сначала пролез. Вау, это... Чё это все такое? А, верните меня в комнату, пожалуйста. Вот там тоже какая-то дверь. Все ржавое, как всегда, тут. Сколько лет уже все это проходит? Ни одной людской души нету в этом комплексе. Ну поехали, чё, давай на лифт. Капец, ты громкий лифт. Самый, наверное, громкий лифт в моей жизни. Стекла, блядь, разбитые. Чё, не могли нормальные стекла для меня вставить? Хрустят. Так, 9 испытаний будет, ага. А, это уже первое было, я понял. Первое испытание это пройти к лифту. Прикольно. Ну ладно. Игра сохранена, спасибо. А чё? У испытов можно наблюдать симптомы психических отклонений после длительного химического Чё, блядь? Бездействие. Сейчас вы примете участие в исследовании по оценке повреждений головного мозга, чтобы увидеть, насколько повреждён ваш мозг. На 100% нахуй. Открывай давай. Если уверен, что возможно достаточно просто, нажмите кнопку перед вами продолжите тест. Но я нажал. Очень хорошо, пожалуйста, пройдите через портал и продолжите тестирование. Ваш самоценный статус более чем достаточно для тестирования. А как это? А, уже в принципе других объектов нету, чтобы кубик забрать с собой, ну ладно. Эй, еще головоломки. Так, эта кнопка там открывает, а это... Ага, а это тут. А! А че такие легкие, а посложнее-то можно чуть-чуть? Хотя бы, пожалуйста. Пожалуйста, имейте в виду, что заметное ухудшение зрения не является частью каких-либо протоколов испытания, является случайным побочным эффектом после прохождения через поле антиэкспроприации Aperture, который в редких случаях может уничтожить некоторые светочувствительные палочки, как обучек для ваших глаз. Офигеть, спасибо.
Ну, в принципе, это Aperture Science, они никогда не говорили о чем-то хорошем. А чё? Оп, а у меня пушка есть теперь. И куда? А как идет группа реагирования на чрезвычайности, вы должны адаптировать систему по ситуации, поэтому не придется об опасности устройства. Хорошо, можете не информировать, в принципе. Ничего себе. Можно приближать, отдалять экран. Ну, что-то пока не особо я вижу такого прям вау. Меня настораживает только то, что Глаши наши нету. Где наши Глаши? Где Глаша? Ваше выступление в следующем статусе камеры будет приурочено к решению ловко и сильном ветре и экстремальных погодных условиях. Я не понял, но очень интересно. Когда ветер и погодные условия кажутся обычными, пожалуйста, отдавайте капитуры тех покой, пока не наступит желаемые условия. Я не знаю, зачем я так сделал, но я честно, я не смотрел никакие прохождения, извините, была небольшая техническая неполадка. Я, короче, хотел сказать то, что я не смотрел никаких прохождений, ничего не, в принципе, по этой игре не смотрел. Мне оно не надо было, а еще меня поцарала кошка, за что ей очень спасибо. Болит, блин. Ну, я так полагаю, мне надо сделать вот так. Ага, а потом закрыть туда портал. А, какие-то легкие головоломки пока. Ну, правда, было пара головоломок в Portal 2, которые мне... И стоп, поздравляю, что ты родил, вы установили мировой рекорд в этом испытании, теперь официально занимать первое и последнее место в таблице лидеров. Ура! Спасибо! Я теперь и самое первое, и самое последнее место в мире. Спасибо большое. Так вот, были пара головоломок, конечно, в Portal, которые меня заставляли вот прям посидеть, подумать над ними. Но... Okay. Но я так и не прошел Portal 2. Так, что у нас здесь? Я. Тут у нас я. Следующий тест может содержать концентрированное количество лечебных причин, которые могут быть повреждены в сознании некоторых людей. Бля, чё? Центр развития рекомендующий решать этот тест закрытыми глазами, поскольку медицина, которая помогла для этого конкретного упражнения, не представляется. В случае, если сочетатели палочкового ручки ваших глаз ранее были уничтожены с помощью поли антиэкспроприации, а не стесняйтесь игнорировать что-то, чё, блядь. Я не понимаю, что он говорит, ну ладно. Так. А, ну в принципе, легкая головоломка, опять же таки, сюда суешь портал. И вот так вот. Чувствую я то, что вот это поле не надо входить, поэтому... Все? Ну, то, я говорю, какие-то легкие головоломки. Вы завершили тест, если вы еще не сделали это, вам разрешается открыть глаза. Я не буду. Мне и так нормально с закрытыми глазами. Оп, все, всем пока. Не, ну, реально просто как орешки щелкают эти испытания. Надеюсь, вы сейчас будет посложнее. Прежде чем приступить к следующей испытательной камере, мне бы хотелось напомнить вам, что пока еще ни один эксперимент не доказал, способен ли он утверждать. Кубы не чувствует боли при уничтожении. Ага, это про кубы компаньоны, я так понял, да? Ну, давайте проверим, могут ли они чувствовать что-то. Чё, куда? А, портал открывается, я понял. Куда они ведут? Сюда они ведут. Стой. А, допустим, вот сюда.
Ну и чё, ты не поставил портал-то? А, я понял, мне надо кубиком туда переместить теперь. А, ну там же закроется сейчас. Ну да. И как? Это надо как-то... О, ну вот и пошли тяжелые. Я-то вот сюда, хер заберу без портала. Да, да. И все. Стой, не улетай. Не улетай, кубик. Чё-то... Ну-ка, с этой стеночки заберу, заберу. Блять, не успел. Сейчас будут быстрые реакции. Блять, не успел. Тоже не успел. Суки. Если я заберу, да, уничтожится. А, ну в принципе, подождите. Блять, нихера непонятно. А, все, подождите. Ага, я понял. Ты берешь, ставишь вот тут кубик. А дальше не понял, подождите. Ставишь вот тут кубик. Допустим, вон туда портал ставишь. Кубик вот на эту. Сам встаешь вон туда, вон туда. И мне нихера не видно. А оно моментально закрывается. Твари. А, так, о, блядь, все, я понял. Давай его сюда. Было очень легко, но и мне заставило это потупить почему-то, хер знает почему. В принципе, мы не будем заострять на этом внимание. А где портал? Ну, я так понял, мне сначала надо вот сюда. Потом вот этот вот сюда. Его поставить вместо этого. И самому идти и... Оп, готово. Вот это было полегче, чем прошлое. А, чё он такой долго это... Вот это испытание. Молодец, Кинзат, вы успешно справились с 5 тестами... 5 тестами камеры для обеспечения высокого качества работы. 15 тестовых камеры будут содержать элементы опасности, рекомендуется соблюдать особую осторожность. Удачи. Ну спасибо, блин. Все, я понял. Ну, по-моему, какое-то такое, в принципе, испытание было в Portal 2.
Но это не точно. Адми центр развития, я хочу принести извинения за текущее состояние нашего испытательного центра. Из-за технической трудности мы не можем представить опыт надлежащего качества в настоящее время. Спасибо. Распрыгался. Что делает эта кнопка? Эта кнопка спамит лайзерку. А это чтобы получить кубик. Это чтобы запустить кубик. Ну, давай пока. Да, через поле вот это вот кубик наш сломается. Бляха. Логично, логично, что надо получить то сначала, а потом уже что-то это самое плясать. Этот портал еще раз он включает лазер. Ой, кнопка, кнопка точнее. Портал ломается. Если через поле. А эта дверь закроется. Я не знаю, как мне это пришло в голову. Ну и нахер. Во! Ну тут все то же самое, просто заставляющего туда-сюда лететь. И потом ловишь ручки. Ну да, все, легкое тоже, легкое испытание. Камеры эти висят все время. А ты чё подвинулся, друг? Я тебя не двигал. Я тебя вот так поставил, и ты стоять должен. Поэтому ты там не двигайся в следующий раз. Неплохо. Ой, а мне сюда надо? Это я тут был. Ага. Допустим. А тут чё? Ну тут людей нет. Ну тут я тоже был. А ну это как раз таки вот это вот последнее испытание. Туда надо. А там чё? А там другое испытание, да? Третье вот это вот. Я не говорю, тут до хера слишком испытаний было. Ну хотя бы кружечку, хоть что-нибудь отсюда можно забрать, кроме этих стульев. А можно? А, ладно, хрен с ним. Пошлите к полю. Я хотел попробовать все стулья уничтожить, может, ачивку какую-нибудь дали. Чисто по приколу, но мне стало лень. Сейчас какие головки будут, я просто не представляю себе.
Какое это уже? Результат недавно событий перевоздушной панели Вера могут быть неправильно сконфигурированы из-за предметов предложенного направления. Будьте осторожны. Спасибо. И только 7 из 9. Полетели. О, блядь. Ну, это определенно неправильно. Дай мне секунду. Вот, попробуй теперь. О! Нормально, хорошо, это панель Вера теперь правильно откалибровано. А вот это будет неправильно откалибровано, да? Бля, где я? Так вот почему в потолке дыры. Гениально. Хорошее у вас умозаключение. А... Так, это что делает? Это делает вот так. А можно я тут как-нибудь остановлюсь или... Блять, что я сделал? Мне такое больше не надо. У вас тут труба сквозь, блять, дыру проходит. Сквозь стену. Вам вообще все нормально, я так понял, да? Чё, там кубишка заспавнился. Кубёшка ему заспавнился, но он в воду скинулся. Это значит, мы кубёшку вот так. И потом мы вот этой... Ой, ё-моё. Чё придумали? Вообще психи. А, нет. Всё, намного легче. И куда тебя? Вижу. Вижу, куда его. И чё мне это дало? Мне это дало осознать то, что тут есть баги. Ага. Не, ну конечно клёво, классно, но у вас оранжевый портал, он немножко... Вон там, а мне надо туда. Как мне вылететь туда? Хрен знает. Я догадался. Ура. А, этот кубик давай, давай мне его. Вот этот вот теперь. Ага, чтобы его получить, мне надо спуститься, то есть, да? Бля. Как все продумано, конечно. Уверен, какие-нибудь спидранеры это бы уже прошли тут за пару секунд. Пару миллисекунд. Так, сначала вот сюда. Потом. Тебя я отпускаю, тебя я одного запускаю. А, ну да, точно, там же нет портала. А, бля, я его утопил. Ну, в принципе, правильно, туда этот кубик на... круг нахрен. Я даже не знаю его, как назвать. Круг, окружность. Я не помню. Шар! Вот, шар, это шар! Блях, вспомнил. А в принципе, а нахера мне надо было вот туда двигаться, если я мог и без прыжковых панелей все это сделать? Не знаю. Текс. Отлично, с этого момента все воздушные панели Веры должны быть настроены правильно, я обещаю, спасибо. Буду на это надеяться.
Почему? Почему нельзя, кстати, заранее, типа, все. О, это что, это фотосинтез? Молодец, Кирилл, ты придешь в последней испытательной камере. Спасибо. Преодолев и последнюю камеру и пройдя тестовую трассу, вы получите членство в команде реагирующих часть класса Expert of Science. Спасибо. Вон там портал есть. Вот тут нас бабьё... Лазер не бьет, чё? Почему? Лазер должен бить. Вот это прикол. А чё за хрень? А если я сюда его поставлю вместо того туда, вот этого вот? Ага. Значит, мы там где-то кубик должны получить. Играет, я понял. Всё. Я допёр, до меня дошло. Это вот так вот делается. Делается сначала вот так. Потом я бегу туда. И мы ставим портал вон там. Мы ставим портал. Забираем вот этот вот кубик. И его нам надо доставить туда. Бабах. Бабах, бабах, бабах. Лазер. Лазер не бьет кубы. Спасибо на этом. Дальше. Нам надо... Хрен знает, что нам надо. Там еще лазер... Ну, второй лазер надо запитать. Только как это сделать? Это мы уже должны лазер... Это мы уже должны лазер в красный портал направить. А как мне надо направить лазер в красный портал? Во, пиздец. Так, допустим. Я направил лазер в красный портал. Во-первых, как мне теперь запитать лифт? Как мне попасть туда? Непонятно. До меня это пока до сих пор не доходит.
Чё мне делать? Блять, нихуя не понял, непонятно. Тяжелые головоломки, тяжело. Вот это реально хороша, хорош. Хорошая, тяжелая, довольно. Ну это же, ну реально невозможно как-то. Кроме как вот так не пройти. Все, до меня дошло, блядь, ну серьезно. Кто же видел то, что тут кнопка была все время? Ой, ну точнее, я знал, что там кнопка была, но я забыл про нее уже. Абсолютно полностью забыл. Напоминаю, ваша медицинская страховка представляет Patriot Science, не покрывает травму или смертельных исходов, кстати, падение с мостов, падение. Плотно считает Patriot Science. Спасибо. Будьте уверены, что в отличие от крупных человеческих тканей, в оборудовании Aperture выдержит температуру до 4000 Пакельсию. Я не знаю, сколько это, да, сколько в кельвинах. Но на этом мы будем заканчивать. А вы как бы ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарий, нажимайте колокольчик. Все интересующие вас ссылки находятся в описании. Это был Portal Revolution. Скорее всего, если зайдет, я сниму продолжение. Если нет, то я не сниму продолжение. Ну а вы ставьте лайки, и с вами был ваш друг Хубабуба. Всем до следующей серии, всем пока-пока-пока-пока-пока!